Как вооруженные силы Украины будут производить пуск ракет Storm Shadow, если их передадут? Ведь носителей этих ракет нет. Возможно, установка на наш тип самолетов, или это говорит о возможной передаче самолетов к ним? Спасибо за ответ. И то, и другое. Смотрите, дело в том, что нам уже передали самолеты. Вот эти МИГи, которые передала Польша и Словакия, 28 самолетов, о чем я сегодня говорил в оперативной обстановке, точнее, военно-политической обстановке, разделе, они оборудованы для запуска различных типов натовского вооружения. Поэтому вполне возможно, что на этих самолетах есть блок управления ракетами Storm Shadow. И они будут применяться именно с этих самолетов. Ну и второй вариант это оборудовать наши самолеты, хотя это займет некоторое время. Может быть, они уже переоборудованы, не факт. Если вопрос о передаче ракет решался в течение года, год мы решали вопрос, первое упоминание было год назад о ракетах Storm Shadow, их передачи в ноябре, ровно год назад, в апреле месяце был первый разговор о том, чтобы нам их передать. В ноябре месяце Британия заявляла о том, что они готовы к передаче, но не передала. Ну, почему вы исключаете вариант, что они могли быть, к этому времени могли быть подготовлены наши самолеты для применения этих ракет? Плюс, видите, к этому моменту подошли как бы уже самолеты, переданные нам, которые проходили модернизацию под натовское вооружение. Вполне возможно, они могут пускать и эти ракеты. Ну и я сказал в военно-политической обстановке, что там Россия собирается первую партию Су-35 передать Ирану. А по некоторой информации, непроверенной, но тем не менее, по некоторой информации, что есть мнение, что был баланс, что Россия не передает Ирану Су-35, а Соединенные Штаты придерживают для нас F-16. Если передача Су-35 состоится, то я не удивлюсь, что на следующий день наши пилоты уже начнут рассекать в нашем небе на американских самолетах F-16. Неважно, это будет американский или по принадлежности, по производству они все американские. Так что вот такая вот ситуация. Не волнуйтесь, главное, чтобы было что пускать. А откуда пустить, мы найдем.